ушел наш друг в иную жизнь, оставив лишь воспоминанием, а дружбой с ними дорожил. И тяжелые минуты расставания он щедрым, добрым и веселым был. С ним вместе мир другим казался, но вот тот страшный вечер наступил. Ужасный звон тиши раздался. Я слышу в трубке дрожью голос: Идрис, ты срочно нужен здесь. А что случилось, Идрибом волос? Я успеваю лишь присесть. Из дома тут же выбегаю, и, находясь еще в пути, повторно тебя набираю. Вот я короткие гудки, я начинаю понимать, что страх и ужас этой жизни мне там придется повстречать. В том клубе путь он проклят трижды. О, милосерднейший Аллах, и мои ноги задрожали, мой самый близкий друг, мой брат. Я не готов тебя терять, его стою у злого входа, и там, и тут кругом менты. Я захожу и прям с порога меня начнет всего трясти. Лежи спокойно, неподвижно, мой самый близкий друг, мой брат. Но почему же все так вышло? Я не готов тебя терять, о, милосерднейший Аллах, и мои ноги задрожали, мой самый близкий друг, мой брат. Я не готов тебя терять.